Айгулы насмерть будут стоять за королеву льда. Сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна? Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Так, чистить трэш, я отойду на 5 минут, так быстро, там слава по команду, и если шо. Просто бейте это дерьмо. Да-да, бейте, хилы, хилите, танки, танчицы. Давай кого-то под поясочкой. Гим отдаю. Отдал гим. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Аватара. Нет. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину... Кто из нас может называться чемпионом?
Есть у кого спек? Кого? Калка нет. А фламба, блин, в смысле? Так, захилим. Давай два шамана навалю, остальные не будут. Да так захилите, но долго. Если кто-то ему тяжнет, да? Так, шок, там хилов уже поспекались. Давай три шамы тогда на Вальпе, Фога и я на Ригу. Давай. Там я и... еще. А, еще есть один хил? Здесь перша. А фламба еще тоже в орду. И фламба в орду. Как? Фибрилляция тут? Давайте, все готовы, начинаем. Усиление магии сразу на Вальп. Кто дает? Маг. А. Смотрим подавление, играем подавление. Поставь мелком фибрилляцию, что ли, хоть. О, блин, наверху справа. Давайте, ОЕ по толстого. Понимаю, морда, да? Сразу собирай. Смотрим подавление, играем. Давайте уе по толстого. Хвоста. Так, толстый вышел, смотрим, сейчас подавление будет. Собирайте морды. Выйдите, не рост, дадите там, захиливайте. Еще немного. Давайте ОЕ по толстого. Гимма хп на рейд. Драньер на первый гимма хп. Вот он гимма хп. Что там дохиливать, 2% осталось. Так, тогда пятым хилом Фога, стоп.
Давай, нет. Калька, станься пятым хилом на синдром. А? Берите квест на синдром. Да, Калька, пятым хилом. Ага. Надо кому-то на мейнспек, на мага. На успех. Давайте, подходим, там охотник или АДК, там тащите трэш из-под синдры. Только одну кучу пока тащите, вторую пока не надо. Ставь, выключите. Трэш синдры там дайте на пол. Короче, пишите, что я музыку погромче сделаю. Так, ресните вара, сейчас бой должен спасть, а вон еще одна волна. Нет, еще полуки. Хорошо. Спасибо. Я смотрю, что не то. С пауками. Все, лесните вара. Идем дракона агрить.
Захильте его сразу чуть. Ну идите там, бежите, кто квест не взял. А где КВ взять? Наверху, да? Да, в сундука, там где Валька была. Сейчас. Так, у нас хила, танка в смысле нету. Ох, это плохо. ЛВ, включи лед и танчи. Где там в мире какой-то танчите? Хильте ВВ. У всех лагает игра или у меня только, не понимаю? Ход только у тебя. Не, тоже подвисает немного. Поддержка какая-то, серверная большая прям, да? Временами. Угу. Да, эти второго дракона наверх ведите, там мели какой-то. Поднимаемся наверх, тайм убираем, кучку собираемся, хилим. Он там в комнате тоже хильте игроков, чтобы они поумирали. Че это? Не, может что интересно, я в комнате там окочурился. Торнер, фламба, тут резать их. Что? О, резать их, Торнера, фламба. Слава, тут подходи. Про товары говно. Особенно ПВП, да, варенька. Ага. Про товары полное говнище. Блин, Слава, подходи давай. Как вызвать вам Славу? Ладно, давайте пока фулл баф, он там все равно просто бафает. Так, смотрите, там каску обновить. Беба спереди. Что там еще там не хватает? Походу про товары, это ж этот... Пароль поставил, теперь надо этот... Мувики говно. Мувики твои говно. Канал говно. Мувики твои говно и канал говно. Так, чистить, кушать рыбу. Ага, он сейчас еще обидится и ливнет просто, и потом еще танк. А, зильди, да? И классика ДПС фуловый. Так, каски, знаете, кто там каски бафает? Ну, вот танки там, фрешмот одевайте, все боссы, все эти, все глыбы под босса будем носить, там, освобожденка на хилах, я скажу, когда там Америки, сколько там стаков там бить. Ну, а так, кто слакает там на притяжке или от бомбы падает, то ГП даю, если мы падаем сразу. Давайте чек на пол. Там 5 хилов будет, так что там задамажится, захилится без вас, там не стакайте. Давайте, все готово, спускаемся на БДК, на пол дайте.
ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша шалка... Ну, хилы нормально дамажим. Знакома собачонка, там постойте. Маска кашите, покурите. Смотрим, сейчас притяжка будет 2 секунды, а то сейчас отбирать. Бежим. Ну да, давайте, ну, немножко тебе перебьем. Давайте, метки вниз, рейд наверх. Не, носок у тебя там пять не бьет. Так, бейте точечно без дот, с левой стороны близко падает. Центральную не бейте, печеньку не бейте. По центру падает. С левой стороны падает. Самый левый бейте. По центру падает, близко возле склепа. Все, разбивайте. Два хила нормально там. Можете постакать чуть-чуть. Почему я вас не слышу? Мы тебя слышим, не знаю. Так, притяжка 2 секунды, готовься отбегать. Беги, малыш! Бежим. Ох-ох-ох, чуть не сдохли. Давайте 5 секунд взлет, как дотайте синдром. Давайте, рейд наверх, метки вниз. Давайте, ушли вниз метки. Сильно далеко друг от друга, не разбегайтесь. Так, лишние поймали. Кто-то в центре. Так, с левой стороны падает. А кто-то в центр вниз, далеко. Так, центральную не бьем, по центру падает, за той глыбой. Печеньку не бьем. Печеньку не бьем, поставил. Бейте самый левый, справа падает. Правый стоп ДД, правый стоп. Самый левый бейте. Левый, второй, сзади на лестнице падает. Стоп по глыбам. Все, разбиваем. Разбиваем, разбиваем. В центре глыбу тоже там сбейте. Торнер, дай... А, ладно, не надо. Так, давайте, сейчас фаза пойдет, все будем под босса носить. Сразу будем первый разбивать. Давайте, фаза пошла, смотрим, на какую метку под босса несем. Селфиш под босса, ушли милики. Сразу разбиваем. Сразу бейте. Следующий под босса будет притяжка. Там паладины, че эти танки, сами меняйте сразу там. А гильдаль под босса, ушли милики, склеп не бьем. Беги, малышка, беги! Следующий под босса, милики стоим, курим, склеп. Разбивайте склеп, милики курим, стоим, дорнер под босса, ушли милики. Сразу разбивайте. Тоже под босса, следующий все носим под босса. Машулечка под босса, ушли милики.
Берите сразу. Машулечка обратно под босса. Так, раз, два, три. Так, один пал хилит, милики не бьем. Дорнер, гимн на хп, давай. Дорнер на хп, пал этого танка хилит, нормально все. Под босса следующую не бьем, кто-то под босса, ушли милики. Ушли, метку не бьем. А Филипп из гимн на хп, давай. У меня освобожденка. Да ничего, давай, давай. Ничего страшного. Давайте следующую под босса также. Кальк под босса, ушли милики. Склеп разбейте тут старый. Ушли, ушли. Так, сейчас будет два склепа, ничего страшного. Ох ты, давайте разбиваем следующую сторону танка в хильте. Так, давайте. Сколько там процентов? Давайте мой склеп разбивайте. Великий, бейте босса, разрезали. Ну, 4. Давай в сторону, Машулечка. В сторону. Нормально. Бейте Синдру уже, ладно. Бейте Синдру. Сейчас хлопну конкретно. Готов. Выйди. Финити, выйди. Ничего, кого гены. Все, добили. Теперь главное убежать. Чё, кто там хлопал? А нахуя так хлопать? Ты, я когда уже убили, вы чё, пацаны? Это не я до этого. На моей спек рольте. Завоеватель рольте. Хочешь кое-что взять? Квест, где сдавать этот? Наверху или где? Нет, не в драконе. Драконьем на башне сверху. А, все, спасибо. Давайте, идемте на Синдру, сейчас посмотрим, что там будем делать. Да, да, вряд ли, спекайся. Самое, на лече лучше всего утешение с чем сочетать? Это кому, ДЦ, что ли? Да. Ну, счет да. Лечешка. Счет такое утешение. Утешение назвать можно обойтись счетами больше на хиле. Так нахрена их ролил тогда утешение-то. Ну а хули присту на анбафе. Ну, нормально так будет. Ну а так ДЦ не садится, не знаю. Я не сажусь, по крайней мере. Шаманом тоже наличием профитно. Вроде бы не садился в этом рейде, но так. Что пета вызываю, он у него восхиливает полностью всю ману. Решение только на анбафе, на лече надо шаманам. Не хули пристам, если садятся, а так... Можно и без него. Так, где там? Подходите. Артвейдер, Ламба, молодец. Так, давайте чек на АФК, что тут, кто тут? Так, короче, Рога, станешь все печеньки, Кот, станешь все ромбики, Протопал, станешь все трусы. Если там будет какая-то валька улетать, Паладин, смотрите сами, давайте станы точечно, на ваше усмотрение. Артвейдер, ты же умеешь диспарить иступление на шаркающих? Охотник, где ты там? Артвейдер тут? Если молчит, значит нет. Все, пиздано. Хорошо, туда со второго шаркающего будешь диспелить исступление. На первом не надо, на втором будешь диспелить, мне там квадрат поставлю или что-то поставлю.
Так, давайте, вроде все тут, фулбаф даем. Что-что? Диспелит кто? О, ДЦ диспелит. О, хорошо, что сказали. Так, давайте я пока Лича запущу, чек на булос там добавлю, дайте бафы по охотнику. Дайте пристабаф, лапку дайте, там каску охотникам. Селфиша, кто вы тут? Да, я тут. Давайте, запустил. Слава, скажешь там, когда тебе капли кидать и кто тебе будет кидать? Неужели прибыли на... Давайте, медики, все печеньки там стойте. Чтоб не улетали. Давайте, если мы убиваем с первого трайта, это топ ДП даже. Чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Если Флама будет входить в рейд, отфрейдить, то и в рейд, походу, больше это можно не брать. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Сус Лятинг пропустил свой первый рейд, он не видел сбор. И там здесь не тотем делся. Или нормально? Тотем где там, подходи. Все нормально, тотем остановим. Давайте, 5 секунд, бой начинается. Если с первого трая убьете, вторую целка съем. Че, резко не хочешь? Кого? А лучше резко, конечно. Давайте вторую целка лучше. Так, ладно, давайте сейчас личик, потом будем смотреть, соберитесь. Делаем все правильно, убиваем, расходимся. Убили, милики, ловушка. Милики, ловушка, милики. РД тоже проходим чуть. Чума смотрим, чума 2 секунды. РД в звездочку, чума на Эндряга выноси. Спел. Так, ловушка Нет. сейчас будет. Милики, ловушка, милики, милики. Милики, ловушка, милики. Так, чума, 2 секунды, смотрим, выносим. Что-то смотрим на ком. Диспел. Так, а ты как-то убил трэш сильно, че-то влеча. Милики, ловушка, милики, ловушка. Стал, забери мелкий трэш с РТ зоны. Так, РТ, давайте в звездочку становимся, там поверить чуть неправильно. Смотрим, сейчас будет ловушка. Милики, милики. Мага слил. Слава. Бля, что вы делаете? ДК, веди в РДД зону. Эндряга, ресай актуалы. Второй друид, ресай инфинити. Милики, ловушка, милики, милики, ловушка. Вот не надо было так вставать. Фламба, ресай актуалы, фламба, ресай актуалы, быстрее вставай. Скажешь там, когда тебе капли надо будет, когда шо. Давайте, сейчас ловушка будет и на край пойдем. Захитки актуалы. Все, на край все ушли. Почему? Диспельте в рейде уже. Ничего страшного. Давайте, 1%. Дай саку, Слава. Захитки рейд, все, на край все ушли. Не скажешь, там, когда надо будет шута. Охотник, диспель шаркающих. Пристабаф можно попытаться? Сейчас. Филипец, гимн обманул. Ставьте тотем. Там есть чума? Давай, зубы. И зубы на... Давай зубы на войда. Присты, ханты на сверках. Ебать. Забери, забери одну. Забери, забери сейчас. Есть там грязь? Талсберов нету. Ну... Давайте, короче, диспельте чему по рейду, прям диспельте, забери двух мелких с рейда. Играйте по духам, не бейте мелкий трэш. Давайте, духа бейте, сферы бейте. Паладина, я скажу, дадите каплю на БДК, старого духа добивайте. Все, давайте, нового духа играем. Захильте рейд. Сферы летят, бейте сферы присты. Все, стоп по духу, играем по сверхам, идем в центр. Перед духом не бежать, перед духом не бежать. Давай, веди, 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 дайте ему сало. Звездочку становимся, играйте
полечу, по духу играйте. Бегите в звездочку, быстрее не стойте на краю. Давайте через печеньку играем. Валькирин стан, валькирин сливаем, паладины трусы станьте, трусами эту стан. Давайте. Охотник, где каток твой? Я убрал, что? Их сливайте, вышли из подтвердения, вышли из-под валькир, Клота. По ромбику нету стан. Клот, где твой стан по ромбику? Трусы добейте, все, играем в лича. Дайте рост. Дали рост уже. Все в звездочку станьте. Не важно, как лич стоит, вы в звезде стойте. Будет осквернение после первой валькиры. Я скажу, когда разбежаться будет, в разные стороны бежим, скажу, кого сейчас сливать. Давайте, готовьтесь. Все, вышли, вышли, вышли. Давайте, три валькиры в центре бьем. Через трусы играем. Через трусы, дайте трусы, печенька. Дайте станы паладины трусам, печеньки. Печеньки, стан быстрее. Все, играем в лича. Вышли осквернения, отошли от лича, осквернения. Смотрим на ком. Лысый, давай все на центр веди. Давайте все на центр. ДК, прям в звездочку становись, где я стою. Так, Ревит, давайте, играйте по валькирам. Дайте все валькиры, да, станы дайте. Где там пытка в трусы, в печеньку там играете быстрее. Так, вышли из-под вальки, расклепнение 2 секунды, вышли. Вышли, 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 не залейте. Инфинити, расклепнение, трусы добейте. Так, давайте лича в центр. Все в звездочку становимся. А давайте свои бурсты, или вы не отдаете их, не знаю, что ДПС мало. После третьей валькиры будет осквернение. Валькир стан, валькиром сливаем. Давайте стан, стан, стан. Все три вышли, пенек осквернение. Две станы, это пиздец. О, давай, блять, а что сейчас будет? Иди, короче, лича на центр. Не знаю, что сейчас будет. Че лужа, че валькиры, хер его знает. Лужа. Давай, если лужа, лужа не будет, то будет валька после нее. Нет, все, воскрешение в центре, фибрилляция. Давайте, вышли, 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 бля. Капец. О, падайте. ДК, ты как-то сильно далеко ведешь от нас, от РД-зоны, прям вообще сворачиваешь. Что там, тебе надо звёздную полосу опять рисовать? Вроде танчил уже. А это... Не, ну на второй фазе ты лича в центре должен... стоять, потому что если они не станут за лечом, за жопу, они в разные стороны могут полететь. Там все равно в центре становись относительно центра по кругу. И паладины, что ты этим, где там станы как-то плохо давались? Ну потому что они не знают, каким меткам давать стан. Они, я сказал. На первой волне. Так ты сказал треугольнику, втроем... и там, наверное, все отдали. Нет, я не отдавал, я на второй дал. Не, ну как я там говорил, рога, ромбик. Кот, печеньку и протопал, трусы, но протопал улетел там. Горел рога кружок, я кружок и ставил. Ну, неважно. Надо было им стадом давать как-то, ну... Так край летели, там, присты, смотрите, пытку в одну, не кастуйте, кастуйте в несколько, и охотник. Когда мы стоим за речом, вот стоим, как обычно, и кидаю ловушку замораживающую, через замораживающую, которая замедляет. Это важно. А что, АДК нет? У нас вроде ВВ АДК. ВВ ж АДК. Mm-hmm.
Раз, два. Слышно меня вообще? Да, слышно. Ну, завис. Пенек, Фильпес, где вы там? Пенек, где вы там? Пенек в центре стоит. Давайте все тут. Чек на АФК, я пока запущу плеча, вас там добавлю на АФК, чек на пул. Машулечка, давайте все готовы, лича запустил, там бафайте своих игроков, ману пейте. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь. И Моровин, ты лича на первой фазе далеко ведешь, веди вот так вот по центру четко, а то тебе как-то он так вот в колонны вдавливаются. Блин, зубы этого ничего. То, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты есть? Вижу. Давай, становитесь на своей позиции. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так, герои! Давайте, 2 секунды, бой начинается. Милики ловушка, милики ловушка, РД проходим. Милики ловушка. Фунты смотрим, чума на фламба выноси. Ладно, играем так. 1-1-1 вылетит это. Играем, играем, РД ловушка. БДК ловушка, БДК ловушка. Смотрим, чума 2 секунды. Чума занга, занга выноси, короче. Слав, забирай с РД зоны мелких. Милики ловушка, милики. Второго шаркающего диспельхант. РД ловушка, РДД. Так, чума 2 секунды. Хант выноси, хант, хант, выноси, хант, хант, диспел хант там. Все, стой, ты уже не надо. РДД ловушка. БДК, веди, падаем. Эти диван твой, пожалуйста. Чего ты там капку не попросил, Слав? Да бы заодно. Падайте, бегите, речь.
Так, тут ловушка возле чатом, аккуратно, не станьте в ней. Я пока не могу прочитать это заклинание. Где возле лича Алики? Вар, там летаешь что-то, поменять, не? Нормально все. Я сказал же, ловушка в центре. Думал, пойдет на меня кто-нибудь, не пойдет. Пенек, и тут, алло, раз, два, три. Песните, плиз. Че там, меня тебя чинят, че нормально все. Давай, Иван, меняй, вон что-то вылетает. Я уже готова. Да, летит шкаф там, ходи, суманем. Арт Вейдер где-то там, не вижу где, лети сам. Поясните Дорнера. Хризи, где-то там вставайте, я суманем. Что там, охотник, ты станешь, чем менять тебя? Меняй уж кого-нибудь. С тебе голос отключили, потому что ты фонил. Очень жестко. Тебе об этом ВРК сказали, ты продолжал фонить. Поэтому кто? Просто напиши. Ты, Кралька. Я фонил? Да. Тихо, сум еще раз. Не, не фонишь, то не тебе говорили. Они злые просто. Так, давайте чек на АФК на пол, вас добавят. Я лича запущу пока. Норт Вейдер, Фламба тут. СС на переход, на второй переходке на БДК. Чё там Фламба? Запустил. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Давайте 5 секунд, бой начинается. Соберитесь, сделаем все четко и идем в резку, куда там идем дальше. Оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. РД ловушка, РДД. Так, смотрим, чума 2 секунды, чума выносим. Чума на Машулечка. Диспел. Милики, ловушка, милики. Милики, ловушка, милики, милики. РД тоже проходим. Чуму выносим, чума 2 секунды, чума на Second Socks. Диспел. Тут эти. Так, Дорнер, тут эти меньше. Тут эти меньше вот этих упырей, чтобы они на рейде не так сидели. Опять там полечу только. Так, не вижу, где ловушка. А, милики, милики, милики. Так, чума на... Чума 2 секунды, чума на фибрилляция.
Все, второй шаркающий твой охотник. Слава, проси капли, если шо. Милики, ловушка, милики, милики. Так, Слава, уходи на край, ДК, введи в РД-зону. ДК, введи, 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 не бойся. Введи, все, на край ушли 2%. Давайте, все в звездочку смотрим, сейчас ловушка будет. Все, РД, ушли на край. Там проси капли, зубы там, что ну, хочешь, что надо проси. Так, да, раз остались, я на рейнджу, все в рейнджу стали, хилы, РД, в одной куче не стоять, присты по сверкам. Крота, гимн на ману, ставь тотем, фибрилляция, инер фибрилляция тоже, залейте фламба, энтриага, маршрутички. Да, я второго духа бьем. Давайте последнего духа бьем. Сверху тоже бьем. Паладин, забирай, сфера в центре. Милики, сфера. Идемте в звездочку, становимся. Милики, добивайте. Все, идемте в центр. Там добьют. Все в звездочку. Давайте валькиром стан и сливаем. По ромбику стан. А, кот, вышли оскорбления с подольки в тотем. Дайте трусы, добейте. Все, играем лича, веди в центр. Ламба, ты ромбик станешь, ты не забыл? Я его и станил. Так, давайте все в звездочку стали. После первой валькиры будет осквернение. Скажу, когда выйти, скажу, кому сливать, если что, дайте рост. Рост, рост. Так, давайте, готовьтесь. Вышли с центра. Давайте, две валькиры в центре. Стан, вышли с проскоднения, играйте. РПД в печеньку, милики, ромбик. Сейчас, РПД в трусы, милики, ромбик. Эти трусы добейте. Так, стоим на краю, хилы, РДД на рейнджу. Милики, скажу, когда выйди, будет осквернение, потом в центр поведешь. Все, милики вышли. Вышли. Рассосались, смотрим, на ком лужа. Квота. Все, на центр идем. На ту сторону будем лететь, поворачивай вот так, чтобы портал стоял. Все, вот так. Давайте все в звездочку. Встали в звездочку, звездочку. Давайте сливаем, сливаем и сливаем. Я в трусах. Трусы станьте, трусы стан. Трусы стан. Ну, паладин стан там, дайте трусам. Все, дали, давайте, ромбик, печеньку играем. Печеньки стан, нету что-то. Вышли осквернения, уже вышли. Уже был. ВВ. Ромбик добейте, трусы там. Все, добили, молодцы, играем в лича. Давайте все под лича становимся. Давайте валькиром стан. После третьей валькиры будет осквернение. Валькир сливаем, станы сливаем. Давайте, после третьей будет осквернение. Вышли. Давайте, играем по валькирам, станки. Давайте, станы играем. ББ, дайте им нам хп. Блять, а чё вы такие тупые? Играйте в лича. В лича играйте, никто не падает. Гин. Давайте, гин. Играем в лича, 2%, валькир не трогайте. Фламба, реса и занхпо. Занхпо, реса быстрее. Давайте, 1% лича переводим. Эндриага, реса и пенька. Все, на край идем. Захил их сразу. Давайте, на край и захил.
Так, Лок, если ты живой, дай СС на БДК. Играем точечно, печеньку играем. Охотник второго духа, она протопала на пулиш. Захильте пенька. Дайте каску лапу пистобаф. Играйте по сферам, наберите ленжу. Да. Ленжу наберите. Все сферы, блять, сфера летит. Присты, играйте по сферам. Все старого духа. Четвертого духа на пулиш на протопала. Давайте в новую печеньку. Печеньку, но нового духа заберешь. Играйте все в печеньку. Почему сфера долетает? Щита нет на ДК. Улетел уже. Давайте новую печеньку играем. Дайте все инеры на фибрилляцию, друиды, кроме Фоги. Фога себе заливаешь, сферы бейте, две сферы летит. Мирики сфера. Все в печеньку играют. Сава, ты не добежал? Не добежал. То вы, сука, перед мордой стоите, как тупые. Либо дух, либо морда. Ой. Захилите Зенхпо, давайте все звездочку и бежим. Есть там Бэр еще у кого-то? Вы упали, не добежали. Бежим. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну, двое захильте, ну можно еще, в принципе, убить. Хильте рейд. Проходим. Давайте проходим. Давайте проходим. Играйте в печеньку все. А, можно поднять двоих. Давайте в нового духа. Уводи Лича отсюда к трону, победи его. Все к трону идем. Обведи духа тоже к трону, если что, сало ему дам. Присты в тучку и хлопайте. Слав, вводи, лови. Тут поврейда с духом, блядь. 40. Да падайте, короче. Сейчас комната будет еще 40%. Помогли бы. Слава, можешь мне поменять? Мне надо сбегать срочно. Я пьяная, да? Я. Или что? Так, сорян, не туда. Ваня, я захожу ДЦ. За Филипца. Надо сходить за аппаратуру переставить, блин. Чё, давай, там себе ИП накинул? Не накидывал. Я кружусь. А что, диспелил, да? Да, диспелишь, там шкаф сверху поставьте.
Ну тыкайте на сумму. Если рыбу жрете, можно на сумму тыкнуть, она не собьется. Можно еще когда к сумоне ближе к рыбе стоит. Ну да, можно нажать на рыбу, а потом сумонить, она тоже не сбивается. Так, ну давайте, если тут чек на ФК на Кубас там добавить, пока Лича запущу. Но реловать я пока, я все равно запущу. Second Sox, Artvader, фибрилляция. Артвейдер тут, Second Sox. Вейдер, фибрилляция, фибрилляция тут. Давайте запустите Лича, там становитесь по позициям. А этот маги могут дать инту? А все есть. Неужели прибыли наконец? Хвалили силы света. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. И кроме сырка он там шипа был, а так походу в десятом. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Давайте, 5 секунд бой, делайте нормально и расходимся. Только же какие-то бищи тут сидим. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель себя пропустил рождение моего мира. РДД, переходим, РДД. Чума 2 секунды. Залпку. Милики, милики. Милики, милики, милики. Чума выносим, чума на инфи... Бах, выноси, короче, диспел. РДД. РДД ловушка, шаркающий вылез, второй он твой, охотник. Слава, забери. Пенек выноси. Пенек. Все, Слава, на край выходи, ДК, веди в РДД зону. РДД. БДК, веди на край быстрее. Звездочку, прям веди звездочку. Все, на край все. На край, на край. Мана. Пою на мана. Маню не слышу.
общем, выйдите с сырка. Так, слышно теперь? Да. Давайте последнего духа бьем, там рейнджер набрали, иннерс через гим дали, все нормально. Сферы бейте, две сферы, сейчас переходка будет. Войд забирай. Сферу добейте, все, идем на звездочку. Валькирин стан на пью сливаем. Близко к краю стоите. Не так дольше. Быстрее летели. Давайте валькирин стан на пью сливаем. Сливайте. Опять тромбик улетает. Вышли в милики, вышли оскоднение, вышли с под валькир. Трусы добейте. ПДК, веди в центр, дайте рост. Так, давайте, звездочку встали все. После первой валькиры в стороны разбежимся. Все, вышли. Две валькиры сливаем. Так, хилы, РДД на рейнджу будет осквернение. Потом на центр пойдем. Вышли, милики, вышли. Смотрим, лужа, дорнер, все, на центр идем. Дайте все звездочку, валькирам станок и сливаем. Давайте, ромбик станьте. Играйте две валькиры, потом третью ромбик, потом сольете. Этот играйте в ромбик. Вышли осквернение. Лужа. ВВ. Введи на центр. Все в звездочку. После третьей валькиры будет осквернение. Валькиром стану, валькир сливаем. Давайте, валькиром стану, валькир сливаем. Вышли с центра. Играйте по валькирам. Осквернение, вышли. Рассосались. Тотем. Давайте, трусы играйте, пытку там кастаните, трусы там, печеньку. Ну, трусы. Переводим. На край все ушли, все на край. Кого-то гимн на ману, ставьте тотем. Я пила первый раз. Туда Кокосина. Я давайте. О, дорнер такой, все на ренжу, присты, ханты по сверкам играйте. Лок кинь, СС на ПДК. Давайте старого духа заигрывайте. Все, теперь в нового. Да, здесь старого. Все, теперь нового. Сферу бейте. Давайте все старого духа только бейте.
Все, нового не бейте пока. Сферка летит, сферу бейте. Все, смирики, сфера, блядь. Играйте печеньку быстрее, дотайте ее. Давайте, все в звездочку. Идемте. Давайте, рейд фуловый, там только хотайте, хильте нормально все. Давайте проходим дальше. Проходим. Давайте хилимся, проходим. А где там Second Sox? Давайте за угол забегаем. Давайте тут стоим. Фога, не отставай. Давайте проходим. За угол заходим. Давайте выход 2 секунды. И духа сразу играйте. Лича не трогайте. Все, можешь вести ДК к трону. Все, в лича играем. На мана пою. Прячемся за личом. Ушли из центра. Так, осквернение 2 секунды, вышли милики. Вышли. Смотрим, на ком лужа. До половины может довести комнату и остановиться. Уходите отсюда, сейчас могут духи на вас пойти, можете умереть. Не, ДК, стой там нормально, то я про РДД. Давайте духов бейте, все нормально. Там блок СС на ДК, если не кидал, если не говорил. Хорошо, проходим. Давайте сюда в стеночку. Рейд фуловый, просто будем ходить потихоньку. Да, там впереди бегать. Там бомба впереди, в стеночку вжались. Проходим. Ну чё вы в печеньке не стоите? Давайте проходим. Стоим тут, будет выход, все сразу к порталу идем, смотрим осквернение. Давайте осквернение на ком-то. Все, за речом прячемся. Вводите к трону. Скринение вышли. Скринение фланга. Им тут никуда не ведем. Сейчас будет комната. Все, стоим тут, бьем. Давайте, последняя комната, там не ослабляйтесь, здесь еще 6% бить всех печеньку. Давайте сюда пойдем. Проходим. За стеночку идем, рейд фуловый, нормально, все, не боимся. Дальше проходим. Дай сакру, проходим. Проходим, да. Дай сакру. Бежим, нормально, все, не ссыте. Давайте, 2 секунды выхода, все к порталу идем. Там может пару духов быть, так что аккуратно, к порталу идем. Фламба. Вот там стойте, лича добивайте, больше никуда не ведите. Блин, ну прям идеальный трай, не то что прошлое.
Ценим кто не. Потому что кролька пришла. Кролька нуб, давней намек, добрым воедом урок. Перед вами сильнейший из моих слуг под вашим натиском сгорели в пламени. Конечно, сверки выбери пипец просто. Да, можно урон по сверкам? Пожалуйста. Что движет вами? Праведность? Не знаю. Кто-то молодец, остальные не очень. Ну, Хант еще так себе. Не просто не очень, а охерели просто. Гильдальдер, Нерби. От вас не ожидал. Пиздец вообще. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Кто такой Дорнир? Смотри, не знаю, какой-то новенький. Лифин или как у него в мейн? Чё, нормально, кстати, играет, пойдет. Ну так нормально, не хватит себе 14 тысяч в сверке, блин. Лифин, ты тут? Сейчас тебя Войд Атата будет делать. Не, ну чё за хуйня? Ты пришёл сюда чё, блядь? Один ШП бьёт, а вы с другим ШП не бьёте, нихуя. Вы чё, блядь, тактику забыли? А сколько там, блядь? 50 тысяч, это хуйня. У другого ШП 360, блядь. Дай мне силу разбить эти оковы. Надо, чтоб 100-200 было, а ты нихуя не бил, блядь. Пальцы повешал и забыл. Гильдаль вообще без комментариев. 15 тысяч на. То, что на кинетику упало, на принцах, так ничего, да? И за кинетику тоже все РДД просто должны подбить и все. Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Значит, там шары поставить пытку, палец там скастовать, то ДПС не упадет там особо. И чё ты, ну, ДПС типа? Ну тут тоже надо не на циферки фапать, а на помощь тейт, чтобы не хочется по 2 часа сидеть. Не, ну вы точно не за меня, наверное, вайперишь, да? Так могли бы? Там шарик видел, как близко было в мелизоне? Когда упадем, тогда и скажешь. Ну жди. Тут тоже ждать. Сейчас в резку пойдем, упадем сразу. 500 тысяч когда получишь. Давай, давай. Просто не надо наплевательски относиться к тактике. Бить надо сферы, значит бей. Уди вылетел, да, Уди. Если все бы так играли, как ты играешь, там палец кинул и забыл, то мы бы вайпались просто ПКД. Так получилось просто в одном рейде. Роль Катеринаску на мейн. На ВВ, а сколько-то нету. А чё, не последний что ли? Да, у него 49. Ну, обычку давайте соберем. Капец. Так, покрыть роль тебе я не то, не то. Это кто-нибудь, не забудьте мне начислить, что только за лича. Не-не-не, Вань, не то, не то, не то, этот, я на зов кинул. А, тогда фоги передай. И не отдал еще, не отдал уже. Фоги отдай. Отдал. Ваня! Так, зачем мне последний шмот, если что, зов? Так, зов, рольте. Будешь врываться. У меня на мейн. На iPad, сука, 468. Крайка, тебе уже пора три лидера быть. Так, коняшку рольте. Ну, попробовала там, посмотрим кому. Чё, будет Терезчик? Да что-то будет, пенёк тебе надо? Приветствую. Раз. Захейте за ВП.
Никто не заходит. Ну, тогда сейчас начисляю. Ну, если такой трай сразу был бы, то это было бы на 1000 больше. А так? Да благословит тебя свет. Все, молодцы, всем спасибо. Сейчас что-то будет. Дискон? Нет. Ну, у меня, походу, дискон там не приначислилось, а вот слагало. Там Олег Раску собирается.